Ну, представляете, какая большая компания представляет один из любимейших наших городов, Санкт-Петербург. Да? И вот эти люди все причастны к этому событию, которое мы сейчас с вами являемся свидетелями. Все в жизни странно и в то же время закономерно. Дело в том, что эта выставка не состоялась бы, если бы два человека, которые стоят рядом, не оказались впереди. Больше полугода, да, мы занимались этой историей, и вот сегодня свидетелями открытия этой, по-моему, грандиозной выставки двух авторов, которых уже нет, но дело их живет и побеждает, потому что есть такие люди рядом, которые являются соавторами этой выставки. Очень приятно, что Санкт-Петербург наши поддерживает наши теплые отношения, потому что нас очень многое связывали. Очень благодарен всем, кто имеет отношение к открытию выставки. Это здорово, это замечательно. Тем более год у нас юбилейный, 300-летие города Перми. Все мероприятия, которые проходят, они связаны с 300-летием. Мы рады приветствовать вас в нашей пермской арт-резиденции, где сегодня поистине настоящее событие. События не только для арт-резиденции, события для города, события для нашего края. Я думаю, что здесь атмосфера именно тепла, добра, какой-то новой жизни, нового духа. И я думаю, что это продолжится обязательно. И я думаю, что именно эти выставки, которые мы сегодня открываем, дадут нам такой большой старт, толчок для того, чтобы творить вместе, да, придумывать новые проекты, новые воплощать творческие идеи. Огромное спасибо, здесь очень много отзывчивых людей. И с Юрием Николаевичем работали, вот, и со всеми, с кем говорили, так что вот все с огромным этим самым, с огромным энтузиазмом и воспринимают и хотят. Вдова художника Люцана Долинского, который здесь, вот здесь. Дочка Павла Ильича Шевченко, и вот Автандил, его был помощником, его помогал Павлу Ильичу. Спасибо большое, что вы все пришли. Мы очень рады привести в Пермь тех двух прекрасных авторов. И именно в Пермь, потому что Пермь, по-моему, по праву может называться культурной столицей Урала. И я хочу выразить огромную благодарность арт-резиденции Лицея Николаевича. Это люди, которые работают не только с высочайшим профессионализмом, но и с абсолютной вовлеченностью и искренней любовью к своему делу. Я хочу дать слово председателю Союза нашей организации Максиму Долгулину. Я хочу себя сказать, что Петербург и Пермь действительно очень много связывает. Это, во-первых, школы. Это школы, это культурные связи, это балет пермский и множество других вот таких точек соприкосновения, о которых Юрий Николаевич сегодня сказал. Юрий Николаевич 300-летие Перми воспринимает по-своему. Он регулярно организовывает и дарит подарки зрителям Перми и гостям Перми. И это, конечно, очередной уникальный подарок. Благодарность и людям, которые помогли организовать эту выставку. И эта выставка здесь великолепная, мне очень нравится. И я думаю, что Люцан, если был бы жив, он был бы очень рад приветствовать вас и поделиться своим искусством. Наша компания совместно еще там с нашими друзьями давно хотели провести эту выставку, потому что действительно очень замечательные мастера. Может быть, вот они не настолько известные нас, как там в России, Германии, но они показались нам очень достойными художниками. Мы постарались организовать эту выставку и при активном участии вот, Юрия Николаевича и сподвижников. Это, на мой взгляд, в общем-то,
замечательно получилось. То есть арт-пространство, выбор помещений, развеска, все сделано с высоким профессионализмом, за что большое спасибо пермякам. Всех мы пригласили на выставку, прикоснуться, так сказать, к тому искусству, которое вот мне, моему коллеге, нашим